Всем привет! Продолжаем строительство энергоэффективного дома из газобетонных автоклавных блоков размером 7 на 7 метров. На данный момент мы подошли к формированию оконных и дверных перемычек по нашим несущим стенам. Мы ушли от готового решения применения U-блоков. Перемычки готовим самостоятельно на объекте с применением теплоизоляции XPS. Сформировали опалубку по наружному и внутреннему контуров наших несущих стен. Затем с наружной стороны, опирая на несущие стены, уложили XPS толщиной 150 мм. Для теплоизоляции нижнего контура применяем XPS 50 мм толщиной. Пропениваем две плоскости между собой. В качестве армирования применяем арматурный каркас с сечением арматуры 12 мм. Строго соблюдаем нижний защитный слой толщиной 3-4 см. Так как у нас образуется брусковая перемычка толщиной 160 мм, поэтому нецелесообразно при данной толщине применять еще и верхнее армирование. Так как перемычек у нас немного, поэтому бетон готовим на объекте самостоятельно. Уплотняем его вибратором. Марку бетона готовим B20 с применением пластификаторов. Толщина опирания перемычек на несущие стены 600 мм.